Содержание дворов на улицах Институтская и Пустовская проверил глава округа Андрей Булгаков. Во время обхода территории руководитель муниципалитета пообщался с жителями. С жильцами домов номер 28 и 30 по улице Институтская обсудили варианты будущего благоустройства двора. Что здесь будет? Большая площадка для активного отдыха на свежем воздухе для детей и подростков или зона для спокойного времяпрепровождения предстоит решить жителям. Будет учтено мнение большинства. Актуальна не только тема благоустройства, но и вопросы ЖКХ. Так жители дома номер 30 сообщили о протечке кровли. Полностью решить проблему удастся благодаря капитальному ремонту. А вот вопрос с парковочными местами. На улице Пустовская уже решен, и это далеко не все преобразования. На днях запланировано начало комплексного благоустройства во дворе домов номер 16 и 18. Бригады выполнят дренажные работы на дорогах внутри дворов, чтобы избежать подтоплений. В планах также установка тротуаров с освещением, модернизация детской площадки. И уже до конца недели у дома номер 16 будет устранена яма.